Всем привет, с вами Ковальчук Дмитрий, в эфире LoftBlog, и сейчас мы с вами научимся делать десктопные приложения при помощи HTML, CSS, JavaScript. Речь пойдет про Node WebKit. А что это такое и как он устроен, здесь вы можете почитать, посмотреть презентации. Долго объяснять я не буду, лучше все покажу. Итак, допустим, самое простое, что приходит в голову, это какой-нибудь взять сайт. Ну вот, к примеру, мы делали в одном из уроков на LoftBlog CSS3 button генератор. И, допустим, я хочу, чтобы у меня эта штука такая вот была на десктопе. То есть, чтобы она была доступна без интернета и загружалась как просто приложение. Что нам для этого нужно? Значит, вот у меня скачано все это, все файлики этого сайта, который я вам только что показал. И давайте посмотреть по порядку. Вот есть вот эта ссылочка, я приложу. Официальная GitHub репозиторий. И есть вот такой вот быстрый старт. Здесь просто по шагам все написано, что делать. Прямо отсюда я буду брать. Вот, создайте индекс HTML, он у меня уже есть. Это просто тот сайт, который я вам показал. Создайте пакет JSON. Недолго думая, копируем. Создадим новый файл. Пакет JSON. И вставим содержимое. Сохраняем. Дальше нужно создать zip-архив и переименовать его в app.env. Так и делаем. Сохраняю. Вот, файлик готов. Далее скачать pre-built library, binary для вашей платформы. Так, открываем первую закладочку и вот здесь скачиваем для винды. Кидаем на рабочий стол. Пошла загрузка. Копирую все файлики и вставляю прямо сюда, рядом с index.html. Вот, все здесь. Дальше смотрим инструкции. И для Windows вы можете просто перетащить app.env на nvexe. Так и делаем. Перетащили. Запустить. Ага, видите? Вот у нас так открылось. Немножко некрасиво. Давайте немножко добавим лоска. Откроем Sublime и package JSON. Вот он у нас. И здесь мы можем добавлять всяческие интересные параметры. Например, давайте изменим вид нашего окна. Пишем window. Можно строго задать ширину. Пусть она будет 1000. Также можно задать, как вы, думаю, догадались, высоту. Какую? Ну, возьмем, будет 600. И вот этот toolbar, который выдает нас, что все написано на самом деле на HTML, CSS, JavaScript, мы этот toolbar спрячем. Сохраним. Теперь заново никакой архив создавать не нужно, просто опять этот самый app.env перетаскиваем, запускаем. Ага,
Какая-то у нас ошибочка. Что-то не так в package. Смотрим. Ага, запятую пропустил. Сохраняю. Перетаскиваем. Запускаем. Вот, видите. Теперь все это уже выглядит прям-таки как десктопное приложение. Здесь можно все менять, что мы хотим. И вот так оно работает. Применять можно просто к чему угодно. Понятно, что делать сайт десктопным, наверное, не очень интересно. А вот всякие разные приложения уже гораздо интересней. Значит, эта оболочка у нас поддерживает видео, аудио, да и кучу еще всего. То есть можно даже игры делать. Примеры таких игр можете посмотреть. В ссылочках я приложу. Все это очень интересно. Развивать тему можно и дальше. А сейчас попробуйте и вы сделать свое первое десктопное приложение при помощи HTML, CSS и JavaScript. Всем спасибо, всем пока.